скорбная весть пришла к нам сегодня из жизни. Ушел народный артист России, великий кинорежиссер и мастер драматического театра Глеб Анатольевич Панфилов. Его уникальный талант оставил незабываемый след как на сцене, так и на большом экране. В его режиссерских работах было нечто волшебное, что заставляло зрителей восхищаться и размышлять, делился сожалением в беседе Стас, директор Московского государственного театра Линком Марка Захарова, Марк Варшавер. Легендарный режиссер Глеб Панфилов, непревзойденный мастер своего дела, покинул нас сегодня в Москве. Он ушел спустя немного времени, после трагической утраты ухода его любимой супруги, талантливой актрисы Инны Чуриковой, которую мы потеряли зимой 2023 года. 11 мая Глеб Панфилов был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Началась борьба за его жизнь, сначала в Одинцовской областной больнице, а затем в Московской больнице имени Склифосовского. Медики, отдавая все свои усилия, пытались спасти великого режиссера, но, к сожалению, сегодня его сердце прекратило биться. Глебу Анатольевичу было 89 лет. На пороге своего 90-летия нашу страну покинул режиссер, чей вклад в искусство останется навсегда. Глеб Панфилов оставил яркий след в истории культуры и кинематографии, оставив в наших сердцах неизгладимые впечатления.